Сделаю обзор на черную демисезонную куртку Roxy. Это французская марка, но шьются они в Индонезии. В таком немножко морском стиле. Очень молодежный. Рукавчики показываю вам, манжеты. Состояние отличное. Много пуговичек есть. Есть небольшие кармашки, тоже на пуговке застегиваются. По размеру вот ладошка. Далее, один момент, я расстегну весь ряд пуговичек. Продолжаем. Здесь есть замочек. Замочку мне нужна помощь. Так. Работает он исправно, замечательно. Внутри вот такой паттерн. Размер L, это, по-моему, 44-46. Дырочек никаких нету. Есть слева кармашек. Бирка от Roxy. Посмотрим сзади. Капюшончик. Он отстегивается на кнопках. В общем, такая куртка легкая. На зиму я бы ее не носила, потому что я мерзну. Весна, осень. А по длине она чуть покрывает бедра. Не чуть, но покрывает.